Слово «на войне» и «о войне» трудно переоценить. Меткая разящая песня, яркий героический образ бойца или командира. Она вдохновляла воинов на подвиг и вела к победе. Исполнить триумфальную музыку на сцену вышли детские, смешанные народные и фольклорные коллективы из Архангельска, Северодвинска и шести районов Поморья. За 5 лет существования ансамблея впервые участие в ней приняли профессиональные песенные коллективы: Северный русский народный хор, ансамбль народного творчества «Радеюшка» и хор ветеранов «Серебряные росы». В музыкальной копилке каждого из них не один десяток композиций, посвященных Великой Отечественной войне. Сегодняшняя хоровая ассамблея получила высокое имя – «Музыка Победы». И, конечно, это обязывает и к соответствующему репертуару, и к тому уровню, который необходимо показать. Подобные нашей ассамблее, волжские ассамблеи, также пройдут по всем городам Поволжья, потому что особенность именно этого юбилея – это объединяющее начало, это сплоченность нашего народа вокруг нашей общей истории – и вокруг наших общих вот этих замечательных событий. Теперь победителей хоровой ассамблеи «Музыка Победы» ждет участие в большом праздничном концерте, который состоится 24 мая. Он будет посвящен Дню славянской письменности и культуры.